Да, я что хочется, посильнее выбить. На заднюю линию еще диагональ желательно. Желательно одной кисти, чтобы он сам полетел. Да. Из полоски ситуации? Вы же вправо постоянно так выбиваете. И слева, да? И справа, слева. Наверное. Справа практически каждый удар такой. Вы что делаете справа этот удар? Нет. А зачем слева его взять? Какой, я не совсем понял, какой там удар? Справа же хочется выбить, диагональ повыше, да? На задней линии, на самом. Я говорю, справа же постоянно так делаете. Все время выбиваете диагональ на задней линии. Ну, конечно, всегда же, постоянно практически. Любимый удар, наверное. Там это надо перехватывать всю ракету, зачем? Да, перехватывать ракету и все. То есть, как бы здесь играете, на самом деле. Либо через сетку. Так вы здесь играете, через сетку, либо воздух. Не надо что-то выдумывать отсюда. Я понимаю, что отсюда хочется вот туда вот вы. Но вы же не выбиваете, а вот туда. Сколько у вас таких ударов? Один на всю игру. Вот он уже поздно, то есть он вот тут играет, но он выбил его высоколегий, хотя гонали на самом деле. Бывает. Кидает. Ну там нет, там просто еще попасть. Плюс это кидает. Нет, он само собой, но там еще попасть. То есть если ты не попал по валанчику, даже если ты хидаят, то типа. Если Максим Ганчик, то нет. Ну не полетит просто. Там есть момент, в который надо попасть. Вот Серега Игорь тоже умеет убивать, и в принципе я тоже умею убивать. Просто у меня этих моментов совсем мало. У Сереги он может создать их больше, потому что сумасшедший влияет, потому что хидаят не сильно. Сильнее, чем у Серёги. Ну вот, конец. Просто он тут знает, когда надо попасть. То есть у него чаще это случается. Когда ты миллион раз побьёшь, то... Да нет, ну это раз. Вот хочется один раз сделать, чувствуешь, что ты сделаешь. Ты знаешь, как в принципе, все знают, как в принципе, как делать. Но типа... Делать не очень хотят, потому что количество этих ударов там. Лимит через ограничение. Да, лимит через ограничение, да. Ну, то есть это как, я не знаю, как на сетке смахивать. Для любителей это вот прям космос. Для нас делать просто движение, а там как байкер. Да. И все время получается красиво. И всегда перед тем, кто красивый.